наверное, Максим ключ. Ключки. Мы делаем раз, два, три, четыре. И вперед мы делаем сильный-сильный замах, так что у нас волосы полетели. Пять, шесть, семь, восемь. Левая рука у нас выходит во вторую позицию после того, как волосы у нас уже перелетели вперед. Правая остается на бедре. Два ключа мы делаем по кругу. Ключ, кик, ключ, кик. Остались на пятую точку. Подставляем правую ножку к левой. Качалочка, тара-ра-ра-ра. Левое бедро и волосы опускаем вниз. Бум. Вот здесь что важно? Важно, чтобы левое, правое плечо у вас не уходило назад, да? То есть, если у вас правое плечо будет уходить назад, то вот на зеркало можно посмотреть, как это будет выглядеть. Будет выглядеть голый бок и не будет лица, да? Если вы правое плечо подтянете чуть вперед, то у вас как раз будет красивый профиль и волосы на фоне. Давайте все это вместе повторим. И рам, та-там, та-та-та-та-та-там, там, рам, та-там. Та-та-ра-ра-ра-ра-там. Раз. Я очень надеюсь увидеть видео этой постановки в вашем исполнении. Спасибо большое, что были со мной. Пока-пока.